Вообще красиво. А? Конец? Нет. Сань, оно внутри как, оно пустое, внутри как пенопластовое. Оно лежало наверху, я по нему ездил, а сейчас просто в него будешь биться, оно будет отлетать, скорее всего. Хочешь, попробуй? Нормальное бревно. Ну, может, оно даже так и лучше легло. Оно сейчас, сет, видишь, уперлось в деревья. Просто прикол в том, то, что его можно руками поднять, грубо говоря. Красиво, красиво. Блин, чуть-чуть зацепил с передним колесом. Обычно прокатывает. Я раньше ходом, да. Проезжал не ходом, потом попробовал ходом, нормально. А сейчас что-то не прокатило. Планировалось, но на моей подвеске что-то так жесткое, поэтому я съезжаю. Я попробовал один раз прыгать. Да. Прикольно. Курсу, еще ну и обратно получается возвращаемся в прогончик по лесу, чтобы отдохнуть.